Только не плюшки, конечно, блядь. Реклама Яндекса? Ну, сняли круто. О, Чертанова, блядь! Чертанова! Чертанова, блядь! Наша, блядь! Я там гулял, а меня даже не отпиздили, блядь. Не, ну снято ебейше, но я уверен, что я буду душно. Давайте посмотрим. Алиса, а давай придумаем, что ну, делать. Ну без рекламы же никуда, блядь. С друзьями оказались в фильме. Если вы с друзьями... Бля, ебать они сняли, вы посмотрите. Тест лучший трек ДК, мы проходили его полтора года назад, тебе серьезно говорю. Город грехов, да не. Ну снятый пиздец. Да мне плевать, что они ждут уже два часа. Дубляж. Я жрать хочу. Билет стоит всего 40 тысяч. Причем хуёвый дубляж, ну сука, могут дубляж. Могут и подождать. Ты спишь, что ли? Нет. А, извините, это ваш заказ... Бля, диалоги! А-а-а, как затянуто! А вы же Богдан Лисевский. А ты же Иван Проскурин? Пизде уровень, блядь. Нет. Это шутка. Извините, у меня приступ, я когда волнуюсь. Все, всего доброго. Да. Простите. На, держи. А можно вопрос? Послушай, ты хоть знаешь, сколько стоит минута моего времени? Ну, неплохо. Давай быстрее. Короче, я всегда хотел заниматься стендапом. И в целом юмором. У меня бля, даже... дубляж мощь во все попадает. Одна идея для шоу. В общем, сидит ведущий. Четыре комика. Ха-ха, типа ЧБД, и да? И звездный гость. И рассказывает свою историю. Понятно, очень смешно. А комики смешно. Должны отгадать, что было дальше. Вау, блин. Говно. Что-то еще? Еще шутки есть для стендапа. Значит, иду я как-то по улице и вижу собака. Собака. Собака, собака. А у меня еще есть в таком же подожди, стиле. Подожди, парень. Как тебя зовут? Нурлан Сабуров. Что из этого имя вообще? Блять, они почему такие паузы между диалогами? Я не могу, это очень долго. Стой. Тебя как зовут? Нурлан. А тебя? А меня вот так. Блядь, это невозможно, блядь. Это просто пиздец. Неважно. Послушай, Валан, а ты не хочешь сейчас пойти со мной и проверить... Это шутка у Валакаса, кстати. Это реально отсылка на Валакаса сейчас была. Ну, типа, Светлана? Я не Светлана. Неважно. И шутки на зрительном зале.
Ну, по-моему, это, если бы он сказал Светлана, это была бы отсылка. Так это спиженная шутка, блин. Ускорь, да смысл, блин. Все, нет, все, простите меня, пожалуйста, я пытался. Очень долго, это очень затянуто долго. Возможно, просто не на стриме, понимаете? То есть я ничего против не говорю самого, ну, типа, короткометражки. Просто не на стриме, это невозможно. Ну, хочется динамики на стриме, типа, соблюдать динамику, короче. Возможно, так, вечерком перед сном посмотреть, возможно, прикольно, а так тяжело, блядь.